так. У нас новый зайка. Да, давай. Это какой-то спящий зайка. Спящий зайка. И какой-то тигренок. Тигренок без одежды. Это с одеждой. А, футболки. Да. Ну, смотри. Это Макс. Давай. Он в этом, в мешочке прямо. Первая попытка. Поняла. Кем ты помнишь, на кого хочешь? Ой, кто это? Это овечка. Кто это? Овечка. Она походу была низкая. А поверни там с этой молнией, мешочек и капюшончик одевай. Да. Вот это классно. Все, теперь ты пробуешь на кого хочешь. Сиди мимо. Доча, а кого тут можно? А тигренок? Тигренок, давай попробуем подцепить. Тут. Как ты думаешь, подцепится? Ну, если не даже подцепить, то не надо. Не, ну а тут другие, давай. Нормально. Так, он цепляется. Я даже не его пытаться. Он цепляется только это. Тут по карте не берет, жалко. Все, это все. Угу, смотри. Это молодец. Ну, он в какой-то одной футболке, такое чувство, что одежду сняли. Да не, у меня так такая одежда, такой моднявый. Как будто это штанишки потерял. Ой-ой-ой-ой, хотела с раскачки. Жалко, что по карте не берет. Очень жалко. Ну, я так тогда оставляю. Нормально пошел, ага. Ну, нельзя. Все, да? Давай, так, попробуем. Вот такое большое. Большая, да. Овечка, да? Угу. Овечка.